Добрый день, дорогие друзья! Вот и у нас открылся сезон рыбной ловли. Вы спросите, зачем здесь рыба, карась лежит? Это для примера. Я сейчас съездил на рыбалку последний раз. Единственная проблема была, камера заглючила, поэтому полноценного видео не получилось. Но фрагменты с этого видео с использованием вот этого прижима. В прошлом году нас очень часто спрашивали. На чинах это более актуальная вещь. Потому что карась ловится до 1,5 кг. И вытаскивать его на леску, когда приподнимаем из лунки, происходят обрывы. Обычно подводишь его к лунке, начинаешь нагибаться и прямо из воды его вытаскивать. Не совсем удобно, не совсем эстетично. Весь в воде, в брызгах. Вот такая вещь. Вот, вот карась лежит, хоть он и замороженный. Взяли. Чем удобно? У вас руки сухие. Вы взяли карася из лунки, вытащили. Вытащили у него из пасти мормышку. Карася или в окошко выкинули, или в ведро. И руки у вас всегда сухие и чистые. Вещь относительно, практически невесомая. Очень хорошие захваты. Вот в камеру покажу. Очень хорошие. То есть карася удобно брать. Вот сейчас он мороженый, приклеивается к полиэтилену. Вот взяли, он очень хорошо намертво держит. Все, мормышку вытащили. Просто супер. Мне на рыбалке очень понравилось. Я только им и пользовался. Вот так. Оп, палаточку расстегиваешь. И вот так. Оп. Септер, барули. Поэтому, ребята, смотрите. На сайте уже данное изделие доступно. Вот, пружиненное вот здесь. Смотрите, покупайте. Размеры, все там будет указано. Комфорта вам, тепла, удачи. И чтоб у вас всегда клевало вот так.